В отношении вас ведется видеосъемка. Согласны? Согласны. Еще как? Александр Викторович, мы жители улицы Курчатова, дом 32А, обращаемся к вам за помощью. Вот уже несколько месяцев мы боремся с точечной застройкой по адресу Курчатова, 32. Мы не против строительства, но зачем же строить такими варварскими методами? Зачем строить два десятиэтажных дома напротив друг друга, окна в окна, на расстоянии менее 40 метров? Зачем ухудшать условия жизни сотен людей? Мы полтора года вынуждены будем под окнами терпеть строительные работы. Не день, не два, а полтора года. А потом до конца жизни жить как в аквариуме, смотреть в окна соседей напротив. Мы обращались в мэрию с просьбой выделить для строительной компании новый участок для строительства. Но нам ответили, что это слишком хлопотное дело. А разве спокойствие, безопасность сотен людей не стоит этих хлопот? Почему люди, простые воронежцы, которые еще не одну пятилетку, многие из них будут выплачивать ипотеку, недостойны жить спокойно и комфортно? Почему не строить дома так, чтобы в нашем городе жилось уютно и комфортно и просторно? Александр Викторович, мы очень вас просим, помогите нам, пожалуйста. Еще не поздно, еще есть время все исправить.